В Мирнинском региональном техколледже проходят конкурсы профессионального мастерства среди учебных групп. Мероприятие организовали в целях повышения престижа рабочих профессий, качества подготовки квалифицированных кадров и специалистов. На самом вкусном конкурсе, конкурсе поваров, присутствовала наша съемочная группа в Алмазном крае. Колпаки, фартуки и острые ножи. В поварском искусстве каждая мелочь учитывается. Блюдо должно быть безупречным и вызывать не только аппетит, но и восхищение. Роман Коротков – студент второго курса. В конкурсе поваров участвует впервые, но получается у него все очень красиво. Сегодня мы готовим котлету по-киевски. Вот. Ну, блюдо вообще, по идее, 5-го разряда, довольно-таки сложное блюдо. Вот, ну, мы стараемся и прилагаем все усилия. Конкурс в колледже проводится не первый год. В этот раз участвует 8 студентов. Их работы будет дегустировать специальная комиссия. Котлета по-киевски – это высокоразрядное блюдо. И мы решили рискнуть, посмотреть, насколько наши студенты все-таки могут профессионально выполнить это задание. Еще до конкурса участники получили домашнее задание, на котором нужно было сервировать стол. Блюда на десерт приготовили также дома. Члены жюри оценивали абсолютно все – сервировку стола, внешний вид блюда, вкусовые качества, организацию рабочего места и даже внешний вид участника. Определить лучших из лучших было совсем непросто. По итогам двух туров, теоретического и практического, третье место досталось Роману Короткову и Юлии Швец. Второе место поделили Александра Шумилова и Анастасия Музыченко. Ну а первое место завоевал Николай Устимович. Именно он стал лучшим по профессии повар-кондитер.